Приветствую на канале Райвика. Сегодня для вас великолепные ореховые розочки. Запах настолько ароматный, что ваши дети не пойдут в школу. Рано утром приготовьте булочки, и они побегут и съедят все прямо с духовки. Рецепт великолепный. Вкусные, нежные, тают во рту. И прежде чем вы начнете смотреть этот рецепт, и побегите в магазин за продуктами, тех, которые у вас нет. Нет, все продукты доступны, у вас точно есть. Прежде чем вы начнете готовить, прямо сейчас нужно подписаться. Если вы впервые на нашем канале, нажимайте красную кнопку подписаться и поставьте лайк, чтобы вы это не забыли сделать потом. Прямо сейчас ставим и смотрим. Поехали! Берем 2 яйца и отправляем в миску. Добавлю 2 столовые ложки сахара, пакетик ванильного сахара, щепоточку соли и 200 грамм сметаны. Наливаю 150 миллилитров растительного масла и венчиком перемешаю ингредиенты. Добавлю сюда 500 грамм муки и пакетик разрыхлителя 15 грамм. И теперь вперед и с песней замешиваем тесто. Какую песню споем? Какая ваша любимая песня, когда вы месите тесто? Что поете? В лесу родилась елочка. Группа крови на рукаве. Это веселее. Мой порядковый номер. Не, надо что-нибудь кухонное такое, веселое. Антошка, Антошка, идем копать картошку. Домешиваю тесто на столе, так удобнее. Тесто готово, такое мягенькое у нас получается, эластичное. И его нужно спрятать в пищевую пленку минут на 10, пока мы займемся начинкой. Для начинки берем 150 грецкого ореха, высыпаем в блендер. И нужно его измельчить. Орехи готовы, выкладываю их в емкость. Добавлю 130 грамм коричневого сахара. Можете и белый добавить, но с коричневым вкуснее. И все перемешаю, чтобы соединился сахар с орешками. Начинка готова. И давайте теперь берем наше тесто и раскатываем его толщиной где-то до 5 миллиметров прямоугольной формы. Сейчас раскатаю, увидите. И берем нашу начинку и посыпаем обильно наш пласт. Не обильно. Не обильно? А что не обильно? Я хочу обильно. Щедро. Посыпаем щедро пласт, который раскатали. И руками еще можно вот так втоптать. Тебе надо втоптать. Мне надо втоптать его, да. Сейчас я его втопчу. Все втоптали и теперь заматываем плотненько в рулетик. И режем на одинаковые порционные кусочки. Где-то по 2 сантиметра, наверное, ширины. И берем теперь розочку и чуть-чуть вот так разматываем ее края. И вот такую уже размотанную ставим в противень, застеленный пергаментной бумагой. Главное, что не вымотанную, а всего лишь размотанную. В общем-то, теперь вначале замотали, а теперь ее разматываем. То есть заматывайте не сильно и плотно. Да. Чтобы потом ее размотать. Ну да, чтобы была прям роза наша раскрытая, то мы ее вот так ее раскрываем. Лепота. Бутоны раскрываются. У меня 25 розочек отправляются в разогретую духовку 180 градусов минут на 35, пока не расцветут. Вкусные ореховые булочки испеклись, и самое время для дегустации. Я даже чай забыла сделать. Они настолько пахли, что у меня кружилась голова. И хочется быстрее их продегустировать, даже без чая. Ну что, будем.
Они такие красивые, прям аж жалко грызть. Я даже сегодня себе позволю съесть целую булочку, а может и две. Потому что это мега вкусно. Прям улетно. А мне очень нравится. Какой ореховый вкус. Хотите испытать на себе нежданчик? Как из очень элементарных, простых продуктов получить мега вкусные булочки? Прямо сейчас берите и приготовьте. И напишите в комментарии, как вам этот рецепт. Я уверена, вы будете в восторге, так же, как и я. Друзья, я жду ваши лайки, комментарии, да, вы помните, как всегда, поддерживайте нас, чтобы мы могли творить для вас, создавать новые интересные и классные рецепты. А кто впервые у нас на канале, то присоединяйтесь в нашу дружную, веселую семью. Нажимайте красную кнопку подписаться, и будет вам счастье от нас с Лолой. Я желаю вам отличного настроения, вкусного дня, живите ярко, а мы с Лолой, наверное, куда-то побежим. Куда-то пойдем снова прогуляться, сгонять калории. Ну, я не знаю, сколько калорий на булочку, но все равно согнать ее надо с тела. Так что, в общем-то, смотрите и Лолу тоже. Пока! Вон она, Лола, что на нее смотреть? Лола занята своими делами. Говорит, вы едите, а я сбрасываю калории за вас. Лолк, ты готова, Лолк, к восхождению? Куда вы идете? Мы с Лолой идем на Петричкале, вон туда, наверх. А что это такое? Не знаю, какая-то крепость. Ага. Идем посмотрим. Крепость Петрича, ты знала? Ну, Петричкале написано, значит, идем смотреть. Пойдем. О, боже, снова на горы, ё-моё. Сгоняем. Нечего есть выпечку. Сгоняем, да, печенюшки. Лёля, куда ты? Гид, куда идем дальше? Эй, гид, куда идем? Вперед? Ха-ха-ха! Выбила мне телефон, молодец. Давай. Птичка, птичка. Кш-ш-ш-ш. Быстро, лови птичку. Где птички? Где? Ищи. Кш-ш-ш-ш. Волка. Гид. Гад. Гад, гид. Что наш объект ближе, все ближе. Да. А волка все что-то ищет. Следопыт. Клад от Османской империи. Давай, Лола, клад нам находи. Ищи клад, Лола. Клад ищи. Где? Где клад? Раз. Скажи, вы меняемый, девочка. На улице Петрича мы жили. В городе Петрич мы были, в Болгарии. Осталось теперь крепость покорить Петрич. Ну да, как это в крепости Петрича мы не были, Лолка? Да. Ты шо? Надо восполнять этот пробел. 7 лет назад жизнь начиналась с улицы Петрич. Да. И шо, куда мы дошли? Ну дай почитать. Переверни. Муля, затворяй, благодаря. Электропастырь, муля, затворяй врата.